вот краткое предисловие к части третьей. Пока на улице холодно, весна как бы входит в свои права, но тем не менее еще довольно-таки прохладно, и животный мир не проснулся в том объеме, в котором можно показать его именно как мир животных в Крыму. Поэтому продолжим серию, покажу те фотографии, которые я снимал раньше, когда было теплее, когда животные вовсю бегали, резвились, размножались, кормились и так далее. То есть покажу фотографии, которые я снимал раньше. Напоминаю, по просьбам, потому что в основном я снимаю видео, но периодически у меня бывает, что включаются целые фотосессии, которых никто не видит. Поэтому показываю их, предоставляю ваше внимание. Оставайтесь на канале. Вот, я думаю, много интересного. Часть третья. Животный мир Крыма.